Ну, так, все, 14-я, 56-я серия. А, нет, залагало, был убит, убийца РД-066. Это будет бас. А, наконец-то я прошел. Но все уровни прошел. Ой, нет. Все, какая? Оставлю таймстеп на рассвет минус 1000. Сейчас. Как пройти-то? Оно же... Пусти же Нендера. Нет. Я... Придется оставаться на моих видео. Тут только уже заблокировали. Ну все, придется здесь дом будет на 15 уровне. Это домашний паркур. Но здесь какой-то домашний паркур. Здесь все. Все. Даже в комнате. Паркур с истинный. Это их ко... Нет, игроханица. Это уже последний левел. Нет. Нет. Если так, я сделаю вам тише. Есть 763, 214 уровней или 16. Это 16 уровней лучше. Это последний левел? Да, последний, ура. Нет, а, я уже... Все, надо... Все, последняя, это комната с листьями. Комната с листьями. Комната с листьями. Комната с листьями. Но если будет так уже, если я не пройду, я выключаю этот ролик на 17-й последний левел. Попробую на этих уровнях. 99%. А я прошел. Смотрите, я должен остановиться на первом блоке, потом продолжать. Нет, страшно здесь. О! Кажется, я попробую на эти. Сломал блок. А что его пройти? А как его пройти? 90! Я удалил! Я убил! Почему я удалил? Ну тут 99-й левел, кажется. Я пробую. И зачем я удалил просто? Лучше вести Гемамида. Вести. Гемамида. Вести Гемамида. Да. Что-то прыгает. Так.
Тогда 109-й. 99-й, это там 99-й левел. Ох, еще там, это обзор. Наконец-то прибыл! Наконец-то прибыл! А теперь обзор. Да, 17 уровне были какие-то сильные и обычные блоками, их таблички. На 16 есть тени, 15 какие-то 100 блоки и сложнее для домашней паркурки. Думаю, что да, уровень был сам сложный с этими блоками. 13 левел, это у нас песок души. 12 уровень, песок души, кажется. Ну, 12 уровень с плитками, 11 с этим спаунер мобов, 10 книжные полки, 9 стерженет, 7, 8, ледяной паркур, кажется, 7, это у нас паркур с сундуками. Паркур с сундуками. Паркур с сундуками. Здесь нервный паркур. А здесь на 5 уровне идет музыкальный паркур. Здесь комната с лестницей. Если вернете, хотите вернуться назад, у вас невозможно будет. На 3 уровне с лестницей. Нет, четвертый со ступеньками, третий с лестницей. А почему же тогда у нас белорусские руки не находятся? Ну, легко поступал. Ну, второй уровень самый легкий. Просто прыгайте в обычные кварцевые блоки. Первый уровень уже самый легкий. Все. 17 уровней. Вы видели, какие ловушки попал? И семерку, ой, бабачи, и читер. Могу через ноги попасть. Не могу попасть. Что такое? Ну ладно. 12-13. Где эмиссионный центр? Пробую слететь на эту. Нас. Забыл, что он автоматически. Ну ладно, продолжай. Но для того, чтобы это сделать, надо действительно создать.
создать настоящий ЕАЭС. Он и сейчас настоящий, но экономическая интеграция. Ставьте лайки, вступайте в игру. Может быть, мы к этому придем. Подождал выдержание. Айтсуса 63-я карта. Да, Эндермен. Ой-о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 й
Давай, я сейчас тебе заору. Пора не съесть. Ну, ты чего? Я смог бы прибавить больше. Если я захотелось. Я веду команду, а она откидается. Давайте Саша 63 секунды. Зачем я один взял? С ПВН только, с ПВН. Эк. 25. 38. Давайте 25. Еще совет довольно, довольно. Кажется, те же верта ёк, тендермены. Последний. Нет, смерти. Ну, это ж что будет происходить? Зажарит эндермен. Что вы думаете о всем том, что мы слышим сегодня? Ну, во-первых, я считаю, что каждый человек... Как самый дружелюбный эндермен. От Гриера сразу. О! Кажется, тебе дом. Кажется, здесь слишком ночь. Поэтому эти копки будут... Стоп! Все. 26-25 снег. 700. Так, а вот скажи 763. Да? Нет. Поцелуй. Еще две смерти. И последняя одна смерть. Это самый чемпиондор. А, нет, еще две смерти давай. Буду доволен. Пытался это было просто одноразовый. А вы продолжаться. Еще раз. Все это идеально. Правильно. Мы занимались одним и тем же ремеслом. Уже 2 года, когда она полностью занималась личностью. Эндермен сумасшедший. Меня зовут...
Это одноразово. Всем удачи! Всем удачи!